Вхожу в центр города Калгари с запада, со стороны 10-й авеню, где-то так. Вот, пришел пешком, где-то это заняло около 50 минут от нашего дома. Будем считать, физически нахожусь уже в центре города. Вот уже начались самокаты стоять, они бесплатные, бери да есть. Вон и сорока ходит, правда, сорока? А зараз я пройду на 8-ю авеню. Так званую пешеходную. Так, аккуратно переходимо. Нырнем сейчас под землю. Красивый город. Так, прошли еще вот эту улицу. Чистый город Калгари. Сейчас лето, много гостей. Красивая музыка звучит, декорации красивые, понаставили, поэтому красиво и чисто. Без всякой цели, просто прогулка. Вот ту улицу, там же машины не ходят. А тут сюда небоскобы такие, помните? Бриллиантова рука, так Никулин гнался за кешей, да заблудился в трех ненабитых небоскребах. Да крутятся они. И вот и я такой в этих небоскребах. И вовсюду и музыка. Красиво все тут. Музыка звучит. Хочу вам показать всегда. Весело ходить тут по городу. З музикою перекрещується, інтересно. От ти сам іди, деякого пива випити, правда? Антибіотики після тої болезні кров приймати то не можна. О, тут трохи затишно. Не удручає, що вчора, мабуть, був останній дощ в цьому сезоні, юн сезон дощей, і починаються жаркі, сухі дні. Так буде до зими вже, коли перший сніг випаде. Ну, хай зима, концепція прав, ноябрі, мабуть. Хоча в прошлому році, в декабрі випав. Ноябрі потім розтало. Йдемо далі. О, це вже поє вуличний музикант. И декорации красивые, кровлячи, такие соломенные. Вон он поет красиво. Скорую кто-то вызвал. Всякое бывает. Уже античный стиль. Я был в Париже. А ЗЭО там выглядывает уже современный.
интересный. С этой стороны шестовые здания. Кто их строит, давно уже? Як не глянь, то всюди стоїть 1895 год. Що за бригада така була в 1895 году, що построїла вокруг усього міра такі здання? Що тут за такий наплив строїтель був? Хоча сікаситься тут єлі населення було несколько десятків чоловік в то время. Скоріше всього, вони реставрировали, а потім вже заднім числом написали так. Вот там видно башня, знакомая вам под критком, напротив солнца, не знаю, влезет, не влезет. Тоже эти старинные здания захвачу крохи. И люди ходят. Много сегодня людей, хорошая погода, туристов много. Уже ззаду мені красиве здання. От і ходжу я. Незнайка в сонячному місті. Яка така асоціація. Сюрреалізм. Це щоб сюди приїхати, так мені було 13, щоб Савість з Галиною Івановною привезли. О! А так уже тільки почалось і вже скоро кончиться все для мене. Ну нічого. Тюрки стоят всякие красивые. А может и нет, я добрый не бачу. Ну вот такие дела. Хорошо, жаркий день. Под широкими полями шляпы сховаться. Ковбойской. Я это раньше не понимал, а другие люди знали, потому и не ослеп легче. Тоже одно из мощнейших зданий города с классической так званой архитектурой. А тут какое-то представление намечается вечером. Вон приготовили трибуну, хрен не знаю, и даже канадский флаг повесили. Ну хай повесили, правильно сделали, а то помещу видео, не скажу, где-то ты снимаешь так странно, мне что не похоже, вот ты из этого во, с Лунину вещаешь. То это как бы доказательство, что не с Лунина. Прежде не полезу я в незнакомым. В советском городе на мачту флаг канадский вешать. Калгари город цветов. Все в цветах. Красиво. А это типа бездомные. С коляской собирают бутылки пустые с мусором. Что, вы думаете, ему нема что есть? Дай бог, что у вас только грошей было. И до мира и дошел. А эта структура строилась, Олимпик Плаза так называемая, к Олимпиаде зимней 88 года. И эту башню строили, которая вон там возвышается. Была самая высокая в городе, сейчас она прячется за многими домами. Ну, поверну я назад, же вперед не пойду, тут треба додому. Вот на этой самой Олимпик Плазе, если когда садили в 88 году к Олимпиаде, посадили неродные деревья. Я как-то указывал в одном из предыдущих видео и про дубки, и про другие неродные тут деревья. Вот дубы какие повырастали уже с тех пор. Сколько лет прошло? 12 плюс 24, бла-бла, вот 35-36 лет. Молодцы, и не засохли. Наверное, за ними ухаживают как следует. Голову эту вы бачили, может, уже на открытых, на других видео. И небоскоб. Уже бачили.
Тут вон посадили перед новыми зданиями кучу березок наших. Дай бог, чтобы они прижились. Нужно ухаживать хорошо. Может, это небоскроб поможет. Такие уже высокие, коллега, я знаю. Вот. Вот так красивое место. Я помню, тут пустырь такой, какой-то паркинг был для машин порепанный. Лет 25 назад. Сейчас красиво сделали. Молодцы. Не был бы то капитализм. Там Девония Гарден. Як зайдеш внутрь, да подимешся, там така оранжерея зимою і літом. І там пливають риби хороші вельми. Я вже сьогодні не пойду. Я вам показав, може, одну десятитисячну часть центральної частини міста. Сьогодні обійдеш, як-нибудь в следующий раз ще куди-нибудь зайдемо. А так, поки от. Судя по архітектурі, там далі лежить Китай, город. Ну, я до него не дойду. Как не дойду я сегодня и до Принц Эдвард Айленд парка. И ничего, как-нибудь следующего. Вот вышел я снова до речки. Все пути ведут в Рим. И вот я бачу, уже началось. У нас жаркие дни, особенно выходные, сегодня ни то, ни другое. В конце города или за городом, вот ту сторону, куда, откуда течет речка, садятся на лодки. То привозить, то рентує, то бере в аренду. І по течению пливуть много десятків кілометрів на другую сторону Калгари. Там вони либо здають, якщо орендовано, либо везуть своїм транспортом. Хтось приходить, забирає. От і ми збираємося так проплужити. Хороше время пропровождення. А гуси мене люблять. Влезли і всі ринулися сюди. Нема мені хліба, нічого ж не взяв. Ходіть, хлопчики, ходіть. Уже вон, вон які. Тут, мабуть, і гусенята вже подросли, повиводилися. О-о-о. Не бояться нічого. Канадський гусь бери і на свадьбу риж. Даже дівок не бояться жирних. Вот так и пошли. В стране дикой розы, вернее, в стране канадского гуся. Вот это да. Гуси спустились на воду. Ще раніше, чим я добіг сюди. Ну тут, як завжди, опять это лодки пливуть. Вон ще бриль пливе. От віддихати хорошо тут. Видиш, скільки англосаксів от, в одному місці. Всі їх бояться, кроме мене. За свого приймають. Кстати, за прийняття свого кажуть, от уїхав, ти там завжди будеш чужим. Брехня такой сивой кобылы, что невозможно. Самый приветливый и доброжелательный народ в мире. Всегда готовые помочь. Но они очень читают рожу, взгляд. А на этих вот, что прибывают, сами знаете откуда, нека маска врожденная. Вот обманете бы, и все так написано. Все, что угодно на морде, кроме честности, такая врожденная гримаса. И вот эти никогда не станут своими. Никогда. Интересно, прошу обратить внимание. Утром шел, был старый асфальт. Сейчас к обеду возвращаюсь, а он уже новый положенный. Новый положенный. Черный, красивый. Луни не помню. Армяне, наверное, лето целое ложили, а может и больше. И вот долго не то, что там 5 метров положить. Еще полностью дорогу. Попробую сам себя изловить. Спасибо за просмотр. С вами был Сигвалов.